Хасановская – это небольшая улица на 116-м километре. Машины здесь пролетают, не притормаживая, жалуются местные жители. И все бы ничего, но через эту дорогу часто ходят дети. Неподалеку школа номер 24. Мой ребенок через год пойдет в эту школу как раз. И я вот, то есть надо будет ее провожать, потому что все будут одни дороги. То есть одну я отпускать я не смогу. Вот район такой молодой, то есть детей очень много, поэтому я считаю, что пешеходный переход очень здесь нужен. Особенно на этом перекрестке постоянно аварии происходят. Обязательно надо. Столько детей здесь переходит, с детьми их очень много. Обязательно надо. Организовать в этом месте пешеходный переход жители хотели давно. Вопрос подняли на первом же собрании с общественным советом микрорайона и были услышаны. Общественники подготовили обращение в районную администрацию. Пригласили жителей, чтобы собрать подписи, и обратились в ГИБДД за консультацией. Как вот сейчас представитель ГИБДД нам сказал, что он по опыту своему знает, что эта работа займет где-то около месяца. Поэтому мы считаем, что 1 сентября переход будет. Так небольшими шагами к большой цели – сделать город комфортным для жизни. Инициативные граждане уверены, вместе они смогут решить эту и другие проблемы территории. Именно для этого в рамках реформы местного самоуправления, проводимой в Самаре, созданы общественные советы. Следующим шагом станет формирование районных советов депутатов, выборы в которые пройдут 13 сентября. Валерия Макарова, Константин Головин. События.